Дорогие друзья, на дворе декабрь, а это значит, что начинается активная подготовка к новогодним праздникам. Я решил подойти к этому делу основательно и знаю отличное место. Сейчас все покажу. Основательная подготовка к праздникам – это не только подарки, но и богато украшенный стол. А какой же новогодний стол без икры и рыбки камчатской? Здравствуйте, а можно, пожалуйста, рыбку какую-нибудь вкусную попробовать? Конечно. Сначала и корочку. Ой, корочку, отлично. Так, пойдем. Дико вкусно. Так, мне, пожалуйста, баночку икры. Хорошо. А рыбку будет? Конечно, рыбку обязательно. Так, это что за рыба? Это чевичи слабосоленая. Ой, слабосоленая чевичи. Ну просто тает во рту. И чевычу, пожалуйста. На выставке продажи «Икра и рыба камчатская» вы найдете все, что вашей душе угодно. И даже больше. Чавыча, белорыбица, тунец, палтус, нерка, кижуч, белуга и, конечно же, ее величество – красная икра. И это далеко не весь ассортимент. На выставке представлено более 35 видов рыб разных пород. Диетологи советуют рыбные блюда есть хотя бы дважды в неделю. Все потому, что в них полно полезных веществ. Морская богата йодом и бромом и содержит омега-3 жирные кислоты. Благодаря всему этому рыба считается полезной для тела, суставов и мозга. А еще она, ну, очень вкусная. Что же предпочитают березняковцы? Тунец. Очень давно хотела попробовать. Вот попробуем. Чевычу. Тут в основном все чевычи. Ух ты. Как вы ее кушать будете? Что делать с ней будете? Бутербродики с маслом. Полезно. Нужно принимать все эти витамины, которые есть в этой рыбе. В простой рыбе нет их, а тут есть. Морская рыбка не выращена искусственно. Все натурально. Перевозится самолетами прямо с Камчатки, без заморозки. Поэтому и сохраняет все свои полезные свойства. А коптится только на натуральных опилках, яблони, вишни и груши. Если вы еще не придумали, чем себя побаловать, то обязательно попробуйте эти морские деликатесы. Найти их можно по адресу Пятилетки 67 на выставке «Икра и рыба камчатская», которая будет радовать жителей и гостей города вплоть до 9 декабря включительно. Успевайте! Дмитрий Осташкин, Кирилл Яранцев, «Наши новости».